Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня трэш, у нас арабский север, новый аккаунт. Аккаунт предоставил мой подписчик Макс, который давал нам немку. Мы на немке трэшевали, после чего я, в принципе, начал тоже на немке играть немножко. А сейчас у нас арабский сервер и нестандартный пират. Просто нереально нестандартный. И аккаунт тоже, смотрите, Кевин Ваш есть. Он здесь так по трешечку играет. Что у него тут по героям? Ну, не особо, то есть молодой аккаунт, здесь ничего такого сверхъестественного нету. Коробки, итемы. Здесь неплохо дают, кстати, сам атак, накопление такое же самое, как и на английском сервере, акции, то есть одни и те же. Только единственное, что здесь все наоборот и все на арабском. Так, нифига себе мы тут яиц накопили. О, достали нового героя. Говорю, героя, питомца. Так, окей, поехали, смотрим. Что здесь интересного есть? Островок. Такой же, как и на русском. Единственный остров, где пока отличились, это реально немка. И вот такое вот пиратище. Пиратище нестандартное, не такое, как все остальные. Самый топовый, конечно, это немецкий пират. На АС-сервере тоже классный. Здесь совсем другой. Здесь итемы, я не знаю, посмотрите. Здесь дают на скины возможность собрать с таких яиц. Плюс восьмые сумочки. Плюс вторые, где можно собрать землеройку и маскировку. Плюс сундуки шестые, топовые, самые. Ну и все вот плюхи. Вот здесь есть пятые сумки. Руны девятого таланта. Ну, в принципе, на многих серверах это есть. Но здесь он какой-то нестандартный, скажем так. Нету здесь ни героев, нету никаких плюх. Есть еще третья карта. То есть такой вот арабский сервачок. Сейчас попробуем. У нас есть 42 тысячи самоцветов. Сейчас мы их с вами будем сливать на этого пирата. Так, поехали. Чик-чик-чик. Ну, блин, ну что я могу сказать? Реально круто падает. Вот он говорит, проверь шансы. И я смотрю, шансы здесь реально крутые. Сразу же с первой тычки нам падает карта. Вторая карта. Сменка имени. Ну, я не знаю, в пиратах я немного видел, честно говоря. Возможно, я не на всех играл, хотя я часто посматриваю акции. Но сменки так часто не падают с первой тычки. Поехали дальше. Второй заходик у нас поменьше. Понятно. Всего лишь 5 итемов. Тут тоже, кстати, что-то первый дал, а потом... Все. Смотрите, какой трэш. Типа показала первую тычку, типа вот вам. А дальше вообще нифига. Да ну нафиг. Ну... 500к ЗПшек, камешки, карточка на 6500, за сколько там у нас, за 7-8 тысяч самоцветов, ну не знаю, не знаю, честно говоря, первая тычка больше меня, наверное, удивила. Тут еще и наоборот акции все, ну давайте за 150 попробуем потыкать. Так, коробочка. Может, хоть так что-то интересное будет. 500, 500, смотрите, кулаки. 500 кулаков, ну, в принципе, неплохо. Еще одна карта смены. Ну, это уже поинтереснее. Значит, все-таки не все так печально. Так, вот, наконец-то, ребят, наконец-то мы вытащили еще дополнительно шестой сундук. Хорошо. Так, опять 2000 кулаков за одну тычку. Ну, не знаю, не знаю. Как-то так. Я все-таки надеялся, что больше карт будет падать. Так, еще одна карта упала. Отлично. Забираем плюхи.
7500, карточки 2 и сменка. В принципе, как первая наша попытка. Поехали. Поехали дальше. Так, две карты, неплохо. Еще две карты, нифига себе. Разошелся пиратик. Так, тут 5 итемов. Тут 6. Еще одна карта, отлично. Ну, не знаю, честно скажу, как для бездона, ну, награды, в принципе, неплохие. Конечно, это не равняется с немецким пиратом, где на немецком пирате можно и розу получить, нифигово так карт мы получили, и огника можно получить. Это, конечно, небо и земля, но я вам скажу, здесь тоже вот с третьей сумочки даже выпали две сумки, еще одна карта. Ну, здесь довольно-таки часто я раньше заходил, еще одна сменка. Акции, смотрите, еще сменка, нифига себе, их тут падает за один самоцвет. Тут очень много акций, разных плюшек. Арабский сервер тоже довольно таки интересный. Так, еще две карты, неплохо. Еще одна. Сейчас посмотрим, что с карт, может, вытащим топовых героев, если попрет. Так, 3200, но не получится у нас на 3 тычки. Давайте по 150 добьем кулачки. Стирачек, блин, офигеть сколько. Честно говоря, я немножко в шоке, сколько дали плюх. Так, что тут у нас? Нам что-то дали дополнительно. Так, суки, и забираем. Поехали посмотрим, что там у нас получилось. 35 тысяч кулаков. За 40к, ну, в принципе, неплохо. А, так, а, что я говорю, 500к. А, не, все правильно, миллион, полтора миллиона ЗП-шек, 12к КГ, 127 слизней, камешки, 9 сменок. Ну, вроде у него были, я что-то не помню, надо будет посмотреть в начале видоса, были, не были. Но вот самое интересное, один, всего лишь один сундук, 200 камней. А, две таких сумочки мы получили, в итоге огонь жизни. Так, ну поехали, самое интересное. Сейчас посмотрим, что у него тут по героям есть, чего нету. Придется в любом случае. Так, палька. Череп. Ара. Блин, череп уже выпал. Неплохо. Дед Мороз. Дрейк. Вот я вам скажу, неплохо. Я бы с удовольствием потратил бы на русском сервере на бездоне 40к. Зная, что там выпадут карточки такие. Это лучше шанс, чем ролить в коллекционере. Так, еще один Дрейк. Влад Дракула. Да, ары, конечно, нападало прилично. Так, одержимый и укротитель. Поехали посмотрим, что у него вообще по героям есть. Так, варлок есть, вальки есть.
Местами у нас печально. Так. Ладно, идем какие-то расходники сейчас пооткрываем. Перепооткроем. Так, одержимый, укротитель, Валька, Дрейк. Давайте глянем. Влад, Дракулу можно открыть. Одержимого можно открыть. И откроем сразу же карточки все вместе. Так, ну сейчас будет самый трэш. Третья карта. Ну отсюда, конечно, вытащить Фрея было бы вообще эпически. Бум! Вот так вот, Афинка с заклинательницей, две штуки и седнушка. Ну тоже, в принципе, обалденные герои, учитывая то, что мы получили расходники и получили эти герои. Ну не знаю, пишите комменты, что вы думаете по поводу арабского сервера. Как по мне, довольно-таки неплохо, лучше даже, мне кажется, чем на русском сервере. Потому что там реально чалька. Все, всем удачи, всем пока.